Уважаемый Владимир Владимирович, к вам большая просьба обратить внимание на нашу организацию, поскольку нас терроризируют, стараются закрыть нас, и стреляют, и вымазывают двери красками, и все. Мы очень просим вас помочь нам в этом и благодарим вас за вашу поддержку. Я отправила вам свою просьбу на прямую линию, чтобы вы обратили внимание на это.